друзья! Сегодня хотел бы рассказать о нашем рабочем дне. То есть мы сегодня провели диагностическую функциональную биопсию яичек и их придатков с целью обнаружения и криоконсервации, возможной криоконсервации сперматозоидов. То есть в каких случаях это делается, когда неоднократно пациенты с бесплодием сдают анализ на спермограмму, показывают, дает результат как азооспермия. В этом случае единственным способом выявить, узнать, есть ли там клетки сперматогенеза, сперматозоиды, практикуется такая вот процедура рутинная, как функциональная биопсия придаток и яичек непосредственно. Вот. Ну, в данном случае мы нашли единичные сперматозоиды, которые могут быть использованы в программах ЭКО-ИКСИ, когда мы имеем мужской фактор, то есть когда находятся единичные сперматозоиды и есть возможность использовать их в дальнейшем в программе ЭКО-ИКСИ. К сожалению, бывают случаи, когда не удается нам обнаружить сперматозоиды. Это в случае врожденного отсутствия клеток сперматогенеза, врожденного бесплодия, скажем так. Вот. Но в ряде случаев нам удается использовать, и мы используем в программе ЭКО-ИКСИ. Всего хорошего, рад был видеть вас всех, пообщаться с вами. Удачи во всем, берегите себя.